Шесть команд города Корабелов продолжают борьбу за медали чемпионата Северодвинска по футболу. Накануне один из лидеров соревнований дружина «Севмаш» принимала на своем поле футболистов «Спектра». В чемпионате города по футболу в этом сезоне участвуют 6 команд. В хвосте турнирной таблицы находятся дружины «Аквавест» и «Спектр». Остальные команды претендуют на медали турнира. На данный момент трудно назвать явного лидера. Календарь матчей постоянно меняется. Причина легко объяснима. Лидеры городского и областного футбола «Севмаш» и «Беломорец» не сыграли между собой ни одного матча. Накануне на стадионе «Северфокс» «Севмаш» хозяева поля принимали футболистов «Спектра». За 90 минут соперники забили 8 мячей на двоих. Очередной хет-трик на свой бомбардирский счет записал многолетний лидер атаки. Так, «Севмаша» Сергей Федотов. Финальный счет матча 2-6 неутешительный для «Спектра». А 21 августа в 19 часов всех севердвинских болельщиков команда «Беломорец» ждет на своем стадионе. В матче первенства МРО «Северо-Запад» нашим футболистам будет противостоять молодежь из Тосна.